Так, тут написано всякие прикольные темки. Всем привет, Данька, Сев с вами. И вот я зашел в такое прикольное заведение, которое называется Монако, у себя в городе, на проспекте Ленина. Никогда здесь не был. И здесь очень круто. Вот там у нас стоит диджей, который рубает на музончике. И, в принципе, здесь все вообще чики. Вот чика какая-то хавает. Что-то. Короче, все очень прикольно. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть вот пиццы тут всякие. Типа итальянская какая-то паста мы видим. Цены, вот видите, сами для себя. Если вы считаете, если вы русский, не знаете курса гривны, то доллар это 16 гривен примерно. Вот паста стоит, получается, 6 баксов примерно. Не, меньше, 5 баксов. Вот идет здесь Монтана, это пиццы. Вот разные тут кучу пиц мы видим. Цены довольно-таки адекватные. Вот у нас лазанья. Куча тут всякого тоже вкусных штук. Первые блюда: крошка, куриный бульон, мисо-суп. Даже полтавский борщ. Вот полтавский борщ, мне кажется, реально можно жестко заценить. Вот здесь перешли мы на салаты. Вот у нас салаты с индейкой. Салат с руколой. И там с креветосами мы видим. Вот мы заказали вот такой вот салат с лососем один. Еще мы заказали овощи гриль. Закусона всякого прикольного. Покажу, что мы едим все-таки. Это рис. Мы заказали еще такой рис. Это как плов идет. Паназиатский плов. Он идет с лососем и всякими вкусными штучками. Также тут есть суши, как мы видим. Ну, вот такой, короче, есть обзорчик меню. Мы находимся в моем городе Харьков, мой любимый город. И мы сейчас пришли в кинотеатр на фильм, который называется «Несносные боссы 2». Мы ходили вчера на пингвинов вот этих вот, которые вон там вот у нас, как вы видите. Они мне не понравились, да, Мадагаскара. Мне почему-то, я вообще заснул. Не знаю, на любителя. Но «Несносные боссы» должны быть крутыми. Вот такой вот у нас кинотеатр. Тут мы покупаем. Да. Купил? Купил. Отлично. Все, погнали на «Несносные боссы». Кстати, повар на колесах. Ничего так. Опа, здорово, брат. Так. Попкорчик, идемте. На второй этаж или на первом возьмем? На втором. Погнали на втором. У нас на втором этаже вообще. А какой у нас зал? Зал у нас какой? Зал у нас какой, брат? Идем. Так, аккуратненько поднимаемся. А где тут нету нигде? Попкорн. Где попкорн? Только на первом этаже. Я думал, просто есть на втором. Берите, заходите. Ладно, заходите. Второй этаж убрали. Все, ждите, мы купим все. Или ты пойдешь с нами, хочешь? Куда? Ну мы все купим, все, мы погнали. Куда? Так, погнали, брат. Ведем оперативную съемку. Покупать, что тут продается у нас. Мы? Пока отдыхаем. Попкорн. Да, сейчас отдыхает, серьезно. Попкорн покупает. Здравствуйте, девушка. Какой у вас можно купить попкорн? Мы берем, каком будем? А сыра нет? Ну тогда бекона давайте возьмем. Да, давайте средний с беконом. Да. Да, вот и, такой и, вот. Или маленький возьму один. Сладкий, это только ест. Давай возьмем на всех средний с беконом и средний сладкий. Давай. Средний с беконом, средний сладкий и воду обычную, да? Да. Да, и две бутылки воды. Сколько? 120? Ладно, я тогда пошел отсюда. Очень... Спасибо, брат. Оставь. Да. Так, все, берем один попкорн. Так, это какой? Это с чем? А ну. Ммм, вкусный. О, это карамельный? А это соленый. Прикольный. А это вот такие вот у нас тут есть печенюшки. Ну что, «Несносные боссы 2». Поделимся потом впечатлениями после этого фильма, ребята.
О, нормально так слышно. Пару слов о фильме. Пару слов о фильме. Отлично. Поржали? Понравился? Не смеяли, да. Очень прикольно. Пару слов о фильме. Как фильмец? Слово в коммент. Как фильмец? Это супер! Да. Он плохой актер, он отличный актер просто. Кто? Ну как в фильме, помнишь? Да. Он врет, он отличный актер. Да. Хорошо. Играем. Продолжаем. Не, нормально. На самом деле нереальный фильм, просто поржали вообще жестко. Очень понравилось, мы вышли с фильма. Очень хорошее настроение, и будем дальше веселиться. Чего я вам желаю, ребят. На самом деле классный фильм. Я вот удивлен с того, что читал комментарии, и реально в комментариях писали, что фильм не очень, а «Пингвины Мадагаскара» прикольные. Сейчас, подожди, стой. Вот, так что наоборот. «Боссы» очень крутой фильм. Всем советую. Пожалуй, души.